Кэти Перри недавно расхвалила своего парня, музыканта и исполнителя Джонни Майера. Певица считает, что ее возлюбленный самый настоящий гений. Напомню, что недавно пара записала совместную композицию для последнего альбома Джонни. Сама же Кэти Перри сейчас готовит к выпуску свой третий полноценный лонгплей «Призм». Он появится в продаже 21 октября. Первый сингл с диска, трек «Roar», возглавил чарты в США и Великобритании. Надеюсь, дойдет до первого места и в нашем чарте тоже. А вот Риана продолжает свой грандиозный тур под названием «Diamonds». Правда, без скандалов и скандальчиков не обходится. Один из самых последних произошел в Австралии. Несмотря на то, что шоу должно было начаться в 9 часов вечера, звезда появилась на сцене с опозданием в 80 минут. Зрители и поклонники были разочарованы таким поведением суперстара и просто освистали певицу. Рири даже не извинилась. Кстати, это уже не первый случай, когда Риана выходит на сцену гораздо позже запланированного времени. А вот Тейлор Свифт призналась, что она не принимает близко к сердцу критику в свой адрес. 23-летняя американская кантри-певица отметила, что если постоянно беспокоиться о мнении общественности, то это может привести к безумию. Тейлор призналась, что пытается отстраниться от плохих мыслей, а также добавила, что если она будет концентрироваться на ненужных и плохих вещах, это может привести к сумасшествию.